Привет, народ. Мы продолжаем. Ну что же, четвертый и пятый матчи сегодняшнего 11-го игрового дня остались перед нами. И в этих двух матчах мы будем наблюдать за боями в исполнении вице-чемпионов прошлого сезона команды Secret Team. Я надеюсь, будет интересно. Опять-таки, секреты умеют показывать крутую доту. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому давайте смотреть. Начнут они против Гумбы, потом будут играть против My Insanity. Ну и вот он, первый матч. Goomba Gaming, которых мы сегодня уже видели, Exist, Chill, Ed, RMN и Gasha против Secret Team, Pupay, NoTail, S4, Kuroki и Simba. Хорошо вам известные ребята, конечно же. Вот мы видим, что 2-1 у Secret на данный момент, 3-1 у Goomba. У Secret одна звездочка, то, что значит, что одно участие на LAN-финалах Star серии имеет эта команда. Ну, мы видим, что по статистике пока, в принципе, особо сравнивать нечем. Но только что у секретов ласт-хитов действительно в разы больше, чем у Goomba Gaming. Но у Goomba 3-1. И, конечно, очень хотят они догнать HellRisers, которые ушли немножечко вперед, у которых уже, напомним, 4-1. Ну что же, Secret начинает с Тайда и Апаришена. Ничего удивительного. Сигнатурненьких героев берут. Ну и ответ от Goomba. Skyros Mage и Ember Спирит. В бане Джакиро, там же Брюмастер, там же Шейкер, Ио, также Дизраптор, Винга и Элдер Титан. Элдер Титана забанили Goomba Gaming, потому что очень не хотят его отдавать секретам. Мы понимаем, что действительно NoTail на этом товарище может ой какие вещи показывать. Поэтому решили немцы от греха подальше забанить его. Ну и давайте дождемся четвертый бан секретов. Что же это будет? Опять-таки, да, мы понимаем, что у Goomba побольше информации про Secret, скажем так. Больше возможностей следить за этой командой. Ну и Secret Team, которые сейчас готовятся к LAN-финалам саммита на следующей неделе, которые состоятся уже с 3 по 7 декабря. И, понятное дело, должны набирать оборотов. На DreamHack'е секреты не играли. И, собственно, в Йончопинге, понятное дело, их не будет. Goomba Gaming у нас, ну, понятное дело, не на саммите, не на DreamHack'е тоже. Не играют. Но вот на StarLadder'е имеют шанс нанести второе поражение секретам. Опять-таки, у Secret только 3 игры сыграно. Понятное дело, что есть уже поражение, что уже не очень хорошо. Забирает пака для S4. Опять-таки, продолжает по сигнатурочкам идти. Тут Огрмаг. Ну что же, Team is Secret. Визажа они забирают.
Ну, теперь вопрос. И я думаю, он для вас всех понятен. Будет ли в бане Дроу Рейнджер? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, Гумба действительно забанят Дроу Рейнджер. Ну, No Tail на визаже отыграет на отлично. Это мы прекрасно с вами знаем. Ну что, Гумба Гейминг. Четвертый пик. Кого же немцы будут добирать сейчас до своих уже имеющихся трех героев? И это Феникс. И это уже третий Феникс сегодня, который мы увидим. Один был не самым крутым. Феникс в прошлой игре от Вега, команды от Вега Сквадрон, был просто феноменальным. Ну и вот сейчас каким будет Феникс от Гумбы. Ну что, пятый бан, Secret Team. Да, все чаще и чаще действительно появляется у нас этот герой. Баншу забанили. Ну что, бан Дроу Рейнджер? Если не бан, то сразу пик Дроу Рейнджер. Это 100%. И Гумба очень сильную ошибку сделает, если они ее не забанят. Слишком много героев с крыльями. Скайрос Маг, Феникс, Визаж, Пак, одни птички. Вайпера не хватает. И Джакиро, да? Ну, Джакиро в бане. Но Эремен думает, банить ли дровку или нет. Да, конечно, он ее банит. Абсолютно логичное решение. Полминуты осталось у Пупея, чтобы решить, какого героя он хочет видеть последним. На ком будет играть Куро? Против Эмбера, Феникса, Угрмага, Скайрос Мага. Ну, вы знаете, набор-то у Гумба очень хороший. И станы, и сайленсы, и все подряд. И Харас, и Дэмэдж. Ну, то есть, действительно хорошие герои. Ликантропа забирает секреты. Ну и как вам статистика-то, а? Скайрос Маг, Огрмаг и Эмбер. 10 матчей. Винрейт 10%. Фантастика просто. 30% у Скайрос Мага с Огром, 37% у Огра с Эмбером. Прям какая-то жуть. Что-то какой-то не очень классный пик получается. Чисто статистически. 20 секунд осталось у Гумба. 15. Пять, четыре, три, два, один. Герокоптер. Ну, с другой стороны, 25% винрейт мы видели у Пака, Апаришина и Тайда. Тоже не самый лучший, но как-то 10% вот вообще супер круто.
Ну что, разбирает героев у нас команды. Мы с вами начинаем смотреть игру. Я вам еще раз напомню, что ставки можно делать на матчи Star Series на eGamingBets.com. И мы видим котировки 1.112 на Secret Team и 4.415 на команду Goomba. То есть, поставив 100 теоретических рублей или долларов, или что вы там хотите, то все ставьте, вы можете выиграть 341 рубль, доллар, либо что там. Давайте смотреть игру. Давайте смотреть игру. Goomba Gaming против Secret. Разбирают героев у нас игроки. Симба на Тайде, Пупей на Паришине, No Tail сыграет на Визаже, на Паке С4 на Ликантропе Куроки. У команды Goomba Exist на Эмбере, Гаша на Угрмаге, Эде на Скайрос Маге. Чил будет играть у нас на Фениксе, и РМН сыграет на Герокоптере. Вот именно РМН еще своего героя не взял. Его мы ждем, пока он возьмет своего героя. И начнется четвертый матч сегодняшнего игрового дня. Итак, Goomba Gaming. Там, кстати, смотрите, кто-то нарисовал сразу кружочек вокруг Рошана. Ну вот, вернулся РМН, и начинается у нас игра. Ну что ж, первый из двух матчей Secret Team стартует прямо сейчас. Смогут ли немцы из Goomba Gaming переиграть явного фаворита этого матча? Так, у меня, к сожалению, пропало превью. Я не вижу, что происходит на стриме. Верните мне превью, пожалуйста. Вернули. Отлично все просто. По-царски прям. Ладно, поехали смотреть. Итак, Густав Магнусен или Щитырь играет на Паке, Курон или Ликантропе, Симба на Тайдхантере, Пупей на, значит, Паришине, и Биг Дэдди играет на Визаже. И сразу же встреча у нас в лесу. Куроки получает стан, расстреливает Куроки. Нужно ему спрятаться, прячется Куро. Идет Симба резать дэмэдж. Ну и Щитырь, погоня за РМНом. Плевок в РМНа, и Форсблад зарабатывает Пак. 1-0 секреты. Куро очень вовремя спрятался. Ну и в итоге первая кровь за Secret Team, зарабатывает ее S4, которому тут же фактически быстренько прилетит банка. Быстро, четко, уверенно, 1-0 для секретов. Ну, будет ли такой дальше игра? Вот в чем вопрос. Куроки немного дэмэджа получил, он отъедается тангусиками, потом в него еще закинули два лишних тангуса, да, и три у него и своих на легкой линии, конечно, останется вместе с Пупеем и собственно, с Биг Дэдди. Ну и в миде у нас Пуск. Пуск будет стоять против Эмбер Спирита от Экзиста. Что Гаша сразу... Ой-ой, вы смотрите. Вот что будет делать. Уже стоит, ждет, пока сюда прилетит курица. Неплох. Ну, он понимает, что будет быстрая кура. Кстати, какой курьер. Unusual Beho. Корейский. Ну, и будет он нести скоро банку. Быструю банку в мид для S4. И, конечно, это будет серьезной такой новостью для S4, если его курьера тут убьют. Правда, Гурмак долго стоять здесь не может, поэтому он отсюда просто уходит. И самое интересное, наверное, все-таки будет происходить на трипле. Хотя в миде Огр выходит на Густава. Ну, тут S4 просто на хайграунд и все. Первый левел. Нету пока шифта. Есть только орб. Иллюзори. Опять-таки, Экзиста надо харасить здесь S4. Стараться харасить. Ну что, на топе у нас РМН, Эде и Гаша продолжают драться против Куроки. Ну что же, а у меня в эфире гость появился только что. Товарищ, которого вы знаете как
бывшего менеджера команды Na'Vi, а также как брата-переводчика. Привет, Женя, как твои дела? Привет, Виталик, дела отлично. Вот, зашел, сидел, смотрел доту у вас в студии. Решил помочь и правильно. Решил помочь, почему-то, да, тут я у вас слышал неприятности, Каспер чуть-чуть заболел, желаем ему скорейшего выздоровления. И поэтому решил вот помочь тебе, а то ты это тоже правильно, сидишь, правильно. Вот Каспер сейчас сидит дома и думает, блин, работы лишают изверги. Что вообще происходит? Не переживай, Роман, на твое место не претендую, просто помогаю. Шутишь. Люблю вас, ребят. А врет он, Рома, врет он просто, очень сильно врет. Каспера мы решили поменять просто, потому что слишком часто болеет. Первый раз заболел за год, ничего страшного. Так, ну мы продолжаем смотреть игру. Вице-чемпионы, два твоих бывших подопечных. Да, да, отличные ребята, кроме всего остального. Так что. Точно отличные ребята? Отличные, просто замечательные. Да? Да ладно, расскажи нам правду о Пупе и Куроке, давай. Тебе уже можно? Расскажи правду. Да нет, что вы. Ну, так это и вся правда? Они хорошие ребята? Они отличные ребята. Ну, может, они там, не знаю, может, они детей били или там мам воровали. Ели, только ели детей периодически. И то не больше десятка в неделю. То есть более-менее нормальные. Ну да ладно. Так, я что-то тихо начался слышать. Что вообще тут происходит, Рома? Смотри, настреливает. Ах, промазал орбом, а так орб и одна плюха, и экзист бы отлетел, но выживает здесь. Кстати, это было бы очень плохо для экзиста, потому что у Пака был бы второй фраг. Да я вообще слышал, отлетать на миде тоже, да, для кого угодно очень плохо. Вот налетели сверху. No Daddy атакует. Блин, вот как меня бесит, что он подписывается двойным никнеймом Big Daddy и No Tail, и у меня часто получается или Big Tail, или No Daddy, но... Не, мне кажется, No Daddy — это классный вариант. No Daddy. Есть Go Daddy сайт, это будет No Daddy. No Daddy. NoDaddy.com и так далее. Ну, опять-таки, отбросился тут No Tail, собственно, Soul Assumption, никого не смогли Гумба забрать, но вообще у них трипла такая более веселая. Они тут могут навалять-то поприкольнее так. И Эде, и, собственно, Гаша этот на Угрмаге. Если правильно нападут, если правильно все сделают, то я думаю, что, в принципе, фраги тут возможны. Ну, а пока они что-то пупее забрасывают Игнайтом, не совсем понятно мне. И Куроки продолжает фармить. Куроки 12-1, более-менее нормально. Против него фармящий Герокоптер имеет 11-4. То есть здесь, короче, все ровненько. Да, у нас фактически большая разница только на миде, где Пак перефармливает Эмбер Спирита почти в два раза. А что там, у нас 21-5 у Пака, да, и действительно 12-1 у Эмбера. Как-то слишком много, ну на топе очень-очень немцы так быкуют, заходят прям по тавр, пушат очень серьезно линию, ну и постоянно, если битвы проходят, то они где-то вот на этом уровне проходят. Это, конечно, выгодно секретом. В сложной Тайтхантер у нас 15-5 имеет, у Феникса 12-5. Феникс мы видим Fire Spirit и в 3, в 2 и Karos Dive. Понятное дело, что Sunray он пока не качает, качает потом. Может быть, ну, если ему Тайт его не убьет сейчас. Я сейчас там на топе сделали фраг, но это не важно. Ох, убьет. Конечно, очень медленно атакует Тайт под дебафом Феникса, но все равно успел нанести тычку с руки после реведжа, и Феникс умирает. Ну, вообще, да, казалось, что, может быть, не будет юзать реведж, но не пожалел Симба, все правильно сделал. На топе там был тем временем фраг, и это уже 3-0 в пользу команды Secret. Пак делает фраг в миде, и это уже 4-0 в пользу команды Secret. Прям по всем линиям они сейчас убивают Гумбу Гейминг. 5 минут 20 секунд игры прошло, и 4... Ну, тут миди, конечно, сейчас начнет доминировать этого Эмбера. Ну, в прошлый раз не убил, сейчас карма, скажем так. Догнал снизу, экшон, Симба... И, ну, дэмэджа нету. Дэмэдж срезан был, а вот сейчас и Karos Dive, мы еще и прохарасил, ну, сгорит Симба, да. И... Но и Феникс тоже умирает. От да. Тавра. Потому что все-таки догоняют тычки, которые летят в Karos Dive. Да, и хорошо, что еще по Karos Dive успел там дать Анчер Смэш. Так, С4 находит бригаду, пытается улететь. Сайленс, стан, и тут заплевывают его со всех сторон, минус С4. Ну, вот наглеет СФО. Отличная реакция от Ястреба. Моментальный сайленс после того, как Пак вышел из шифта. Так что успевают убить мидера, получают экспы за это прилично. Срывают, ему кажется, стрик, или у него не было стрика? Не, у него 2-0 было. Но в любом случае 830 экспы и, считай, 750 голды за один фраг на 6-й минуте — это много. Ну и вот счет только что был, казалось, там 4-0. Вот два фрага уже сделали Гумба, и сразу дела у них хорошо. Что там у Тайда в плане артефактов? Где Тайд вообще? Тайд, ты куда пошел? Вот он, Тайд.
Тайт тут вообще наглым образом зашел по тавер, и он чувствует себя, как будто он в легкой, а не в сложной. Против этого Феникса выигрывает он целый левел, даже больше у Феникса. Ну, обычно соло-стоящие тайды, они так и играют. Мы помним это, с лета, когда ЕГЭ поголовно брали тайда практически в каждой игре, и вот так вот агрессивно его ставили и выигрывали инлайны. Да, ну и как бы секреты вместе с Симбой, да, на Тайдхантере тоже, если вы вспомните финалы прошлого Старладера, они фактически в каждой игре брали его и только под конец там начали банить тайда против них. Ну, у секретов получалось все очень хорошо с ним, но и вот я не знаю, почему им отдают его до сих пор, но вот, как мы видим, Симба отлично действует, в итоге есть у него два фрага, одна смерть, 1000 голды, тапок, то есть Тайдхантер именно вот такой вот боевой, толковый Тайдхантер, который будет своей команде очень серьезно помогать. Насколько далеко после смерти находится пак от Даггера? Не хватает ему довольно много еще. Ну и тут непонятно, когда он его соберет. Опять-таки нужен какой-то экшен. Можно ворваться на топ, постараться на топе. На Нотейла напали. И Карус дайв, Нотейл в сайленсе. И вот она, супернова, минус Нотейл. Неплохо. Ну, конечно, да. Под новой здесь драться вообще не вариант. Сейчас ее абсолютно нечем убивать у секретов. Да и потом, нет, в принципе, потом, да, когда будет у нас собака-барабака уже готова, когда уже Ликантроп сможет нормально бить, когда у него будет хорошего левела волки с хорошей пассивочкой, то я думаю, что будет дважды думать Феникс перед тем, как юзать ультимейт, потому что, ну, дэмэджа будет хватать. На данный момент, да, ты абсолютно прав, тут дэмэджа, конечно, нету. Так, чил, получает ультимейт пака, стан от Огрмага поджигают, ну, чил тут погибает, и S4, скорее всего, уйдет, да, S4. Еще горит он под игнайтом, еще и крипы его тут бьют. Нет, выходит. Пупей потанковывает чуть-чуть крипов на себя, ага. Но за ним идет Эмбер. И S4 прыгнул, но погибает. Даже если бы за ним не погнался снова Экзист, он просто от чейнов бы догорел. А в это время у нас Тайт совсем уже... Так он там уже ревейдж потратил и все-таки добивает. А, кстати, Герокоптера, соло Тайт против даблы. И какой-то он слишком жесткий, этот Тайт, еще и тип-аут отсюда делает. Ну, понятное дело, что ему может сбить Огрмаг, но Огрмаг слишком далеко. Браво, Тайт! Тайт пока вытягивает на себе. Отличная игра от Симбы. Да. Ну а Куроки у нас... Курокай или как правильно? Как правильно? Куроки. Куроки? Да. А почему буржуи Курокай? Не знаю. Потому что они не шарят. Правильно, Куроки. Помним же видео с всех Introduction International, где он именно говорил, да, Куроки. Куроки, да. Ну все, значит, Куроки. Те, кто говорят Куракай, они, ну, может быть, с точки зрения еще как-то там английского языка правильно читать? Ну что, ну если правильно читать, будет же Курокай, правильно? Ну, тоже, опять-таки, это вопрос к Владимиру, переводчику. Вот. Да, Владимир, переводчик момент... бы перевел. Но тут S4, да. Кстати, погибает в очередной раз, и Даггера у этого товарища не будет еще очень долго. С такими темпами Экзист уже киллинг спри на нем заработал. Да, он на самом деле до прошлого своего, получается, уже до предыдущего своего килла у него было 1500, но он уже два раза с тех... три раза отъехал. Да, ну, два, три, один. Один раз он забрал Феникса, но уже умер три раза. Да, и это 700 голды, и мы понимаем, что тут, конечно, у Густава появится даггер очень даже не скоро. Густав, ты что делаешь? Густав, как говорит Пупеюшка. Good stuff. Но даггер через 250 голды будет у Симбы. То есть через 350 голды, извините. У него к тому же хаста есть. Да, у Тайда даггер это будет круто. Тем более у такого Тайда. Ну да, это не будет Тайд, который там будет стоять сзади, ждать полдня до того, чтобы дать ревейдж в пятерых звездной. Это будет Тайд, который будет идти лицом, агрессировать, убивать, давать блинки, ревейджи. И в конце концов продолжать так играть, как он уже играет сегодня, вот, 10 минут. Да, на топе проблемы у Папи. Тут подбегает S4, Пупей, Сайленс по Экзисту. Прилетает сюда у нас Феникс, супернова заюзана, S4 уходит, ну и Феникс тут что, будет драться с S4? Все, просто не мог драться дальше S4 даже. Если не ошибаюсь, он был опять-таки под бёрном Феникса, он с руки он не атакует, весь рассказ он уже дал, Эмбра он бы не добил. Да, ну слава богу, что он-то остался тут в живых, и одного только Пупея потеряли, но опять-таки мы видим очень хорошее использование Феникса. Вот вторую игру подряд мы наблюдаем за тем, как Феникс вносит огромнейшие проблемы команде соперника. Ну и 7-6. Казалось поначалу игры, что для секретов будет легкая игра, но нет. Да, все лайны выигрывались. Верхний лайн, конечно, терпел, держался, но при этом и мид отыгрывал отлично. S4 и Симба свой лайн как бы выигрывал по экспе как минимум, так это точно в щи. А и вот за счет драк именно с использованием Феникса Гумба возвращается в эту игру.
сразу куча артефактов у нас появляется. Медальон появляется у визажа, фейзы у гирокоптера, даггер у Симбы. И Симба уже ждет момента, чтобы как-то хорошо впрыгнуть. Шестой левел есть также у Пупея, так что через два ульта можно забирать вот того же, например, у Гармага. В принципе, дэмэджа хватит. Но боятся ребята из Секрети. Опасаются. Все-таки близко к тавру может прилететь ТП. Они, они аналогично не видят, кто уже там за тавром стоит. Есть подозрение, что вот Симба, Гаша все-таки не один. Да, ну и было бы неплохо, конечно, вот здесь какой-то лейн-вард тыкнуть, но туда еще надо как-то зайти. Ну, Пупей пока стоит один на линии. Блин, меня эти надписи пугают иногда. Лис Хаста, кто уже там кого убил? Что вообще происходит? Так, пак, снизу, ультимейт. И ждут, ждут, С4 разводит, Тайтхантер. Ой, как хорошо, Тайтхантер, ульта Парейшна, нет, точный. Вот ульта Парейшна печальный получился. В итоге никого не убили, и надо бежать. Ай, тут не будет отпускать, конечно, чил. Засловили его, прыгает Эмбер, связал Ноутейла, залетает Мистик Флэр, Супернова пошла, пока минус один от Гумба. Ну и там в спину, кстати, Пак может зайти, Пак должен убивать Эде, но получает Сайленс, да ладно, неужели он не убьет даже Эде? Это жесть. Насколько Феникс именно контрит всех, кто вот пытается вот одним райт-кликом добить вот этих уходящих на понтах героев. Просто не забываем, что там такой бешеный рез, ну, дебаф на атак спид, что просто тяжело кого-то добить. Симба, встрял, станчик и еще один минус. И отлично дерутся Гумба. Ну вот тут, кстати, птички поставили ульт аппарата. Очень хороший ульт аппарата. Минус один делает моментально. Экзист, скорее всего, тоже погибнет. 180 хп. Нет, не погибнет. Но тут неплохо. Так, Пупей шваркнул. Мне показалось, или был выкуп? Я не знаю. Сейчас проверим. Визажа. Не, не было. А, показалось. Прошу прощения. Туру-туру-тум. 9-9 на 14-й минуте. Вот это да, Гумба Гейминг не собирает сдаваться, не собираются сдаваться. Гумба Гейминг прям очень активно действует. 9-9 счет, ну и по деньгам секреты ведут. Ну вот, самое максимально секреты ввели именно где-то на 5-й минуте. Это тот момент, когда они начали делать первые киллы и, собственно, выигрывали свои лайны. Это тот момент, когда мы говорили, что произошло по киллу на каждой линии. После этого, да, печаль. У Феникса появляется меканизм. Ну, здесь, кстати, вот Рошан падает быстро, да, под медальоном. Медалька, конечно же. Фамильяры, волки. Дэмэдж лютый. Эмбер. Ну, я думал, сейчас сюда просто ворвется Эмбер, но он был один, он прекрасно понимает, что дэмэджа у него пока маловато, чтобы на пятерых прыгать, там сайленс есть у пака. Возможно, была идея застилить Эгис, но он тогда слишком поздно уже кинул туда Ремнанта. Ну, вижена не было у немцев, то есть он, в принципе, на удачу его туда бросал, ну, так вот по таймингу получилось, что в момент падения Рошана долетел туда Ремнантик. Ну, в любом случае, пак тем временем у нас с Эгисом встречается с Чилом. 10 левел у пака по-прежнему даггера нету. 15 минута. Для S4 это вообще какой-то провал. 2-4-2. Обычно у него к этому моменту уже после даггера какие-то ветра начинают вырисовываться. Ну а тут мы видим очень невесело. Так, ну что, на топе. На топе чил 10 левел с мекой. Тут же гирокоптер у нас, который начинает варить себе БКБ. Пак прыгать не стал. Рядом фамильяры, остальные далеко. Ульт аппарата неплохой. Пролетает по Эде. И тп-аут отсюда делает просто скорее смак. Нет. Койлом сбивает. С4. Но может еще поплатиться за это. С4. Плевочек. С4 прячется. И С4 должен уходить отсюда. И догорает. Ну, лол. Ну, Феникс, конечно, просто лютый герой. Что не говори. Вот действительно лютейший герой. Настолько неприятный. Настолько против него играть паршиво. Кроме всего остального, просто его дебафы длятся слишком долго, и пак даже после того, как выходит из шифта, продолжает гореть, продолжает получать дамаг. Да, ну что, и уже есть рейв в единичку, рейв в 4, там, понятное дело, будет штука полезная, конечно, ну, не всегда, попадать им еще надо. Но вообще, сами понимаем, что и в драке он может захиливать иногда и пробивать одновременно, так что штука очень крутая. Ну, пока мы видим во всех фениксах, которых мы в последнее время комментировали, понятное дело, Санрей максится потом. Так, Феникс, ну, какую наглость, Микару с дайвом. Ну, все уже, блинком просто ушел С4, не получил никакого дамага от Феникса. Да, ну, уже, я думаю, не хочет Густав подставляться, хватит. Наконец-то появился у него даггер.
И можно более активным быть, самому постараться нападать. Кстати, мы вообще не обращали внимания на Куроки, а он уже на 2000 нетворса оторвался от Exist Dominating. Нашел Пупея, убил. Четвертый фраг подряд. В миде очень далеко. Здесь Exist, кстати, пытается ловить. И сбивает ему ТП. No Tail. Exist здесь умирает. Я не знаю, как он собирается. Ну да, маны уходить. У него нету. Связал, бежать, плевок и... Очень много денег зарабатывает сейчас NoTail. И в итоге очень хреново, так сказать, разменялся. А где умер Пак? Пак умер на топе. Его в соло убил Феникс просто. Этот Феникс, по-моему, уже в печенках должен у С4 сидеть. Ну что, да сколько можно вообще? У Феникса 6-4-3, и большинство этих фрагов было сделано действительно против Пака. Единственное, что да, его две смерти, это изначально было на топе, когда он лайнил против Тайтхантера. Первая смерть, это когда Тайтхантер первый раз завязал Ravage, второй раз, когда он дайвил Тауэр, а после этого он был очень полезным в драках, и фактически да. У него актуальный счет именно по дракам 6-2. Да, то есть вот эти две смерти на линии, если не считать, то действительно все очень хорошо учило. Тауэр на топе, к тому же он забрал. У него уже 2000 голды, не знаю, что он будет собирать, будет ли это Road of Athos, или будет он выходить сразу, не знаю, какую-то там Тараску. Еще что-то более полезное, но тут не угадаешь вот так вот. Ну, посмотрим. Пока Феникс смотрится неплохо. Скажем честно. В то же время пушат по всем сторонам секреты. Тем более с Ликаном, с Некрами это будет сейчас делать очень легко. Он фармит все, что видит. Уже вторые у него Некра? Да, вторые Некра имеются уже в стэше, так что надо только донести. А когда будет третий Некра, вы понимаете, да, что вот эта гапша, которая бегает там с невероятным мувспидом, от нее уйти вообще нереально. А, ну и Куроки, несмотря на то, что там команда Тауров, кажется, особо-то и не забирает, Куроки имеет уже 3000 преимущества над ближайшим из соперников. Ну а там ближайших соперников просто трое. Там вот в радиусе с 5900 по 5200 идет сразу 6 героев. Друг за другом по нетворсу очень-очень близко друг к другу. То есть какого-то преимущества бешеное у одной из команд нет. Ну хотя по нетворсу у Секрета вот 4500 преимущества, но это все деньги у Куроки и 3500 экспы. Вот кажется, их убивают, но на эти фраги Гумба тратит много времени, много ресурсов, много героев, а все это время фармит Куро, все это время NoTail продолжает получать экспу и деньги. NoTail там уже агоним на подходе. С такими темпами будет минут через 5-7. Ну и это, конечно, плохо. Ну что, Тайд в лесу. Тайд по одному Гаше. Гаша погибает. Тут Эмбер прилетел, пытается убить Тайда. С4, больно, С4, спрятался Тайд. Режет дэмэдж Экзисту. Если Экзист замерзнет, будут по нему огромные проблемы. Экзист замерз. Куроки в ультимейте за Экзистом. Связал. Хороший залетает кулдаун. И Куро едва живой отсюда уходит. А это минус 3. Если бы Кура на самом деле вот это вот попал в чину чуть-чуть ближе к Фениксу, он еще бы застанился и однозначно умер там. Это такое, знаете, очень везучее стечение обстоятельств, благодаря которому Кура уходит оттуда из да. этой драки. Но в любом случае драка получается печальная. Ревич потрачен в одного Угармага. Да, Угармага убили, но поумирали втроем. И Operation, который почему-то слишком близко к драке подошел. Ну и в итоге... Открывается тир первый на миде для пуша. Да? Гумбы. Да. Это я как раз только хотел сказать, что секреты забрали больше товаров. И была возможность сравнять этот счет, но, видимо, отгоняет двумя ТП и ультом от аппарата. Будет ли С4 прыгать? Должен. Должен прыгать С4. Пробивает Эды, засайленсил. Очень хорошо Эды надо добить. Еще одну тычку надо ему сделать. Засловили его. Пупей. Один удар не хватает Эды и уходит Эды. Ну и в итоге, ты смотри, что вообще происходит. Экшен вообще лютый. Симба порезал дэмэдж Экзисту. Герокоптер не ушел, к сожалению. Да, герокоптера добили. Ну и в итоге все-таки то, зачем шли, секрет, за этим они дошли. Ну да, конечно, к сожалению, команды Гумба герокоптер не ушел, а так вообще секрет. NoTail подставляется, ульт аппарата отличный по Экзисту. Экзисту очень больно, и ультпак минус Экзист теряет еще одного героя Гумба. Ну вот секреты, кажется, уже поняли, как надо действовать в этой игре. Просто идти и бить. Они пытались агрессировать, они пытаются играть агрессию всю игру, но у них вот это пару раз не получалось. Но мы видим, что на состоянии, когда они это делают постоянно, они выигрывают. У них есть потенциал отличный для сплит-пуша в виде фамильяров, в виде Куроки, которые в прошлой вот драке вот на миде практически не... Его не было вообще там. Да, не был. И вот прилетают Некра... Волки и фамильяры, и сейчас этот тавер просто упадет за 5 секунд. Да, правда, лютейший, под дебафами это так легко не получится. Да, немножко по-другому Феникс думает, и мы видим, что действительно Феникса можно очень неплохо так подсплитпушивать.
то, что надо, получается. Останавливать вот этот вот массовый, фамильярный всякий пуш, именно когда куча крипов, куча некров, Феникс останавливает замечательно, но вот на фамильяров это не действует. Да, S4 решил отсюда уйти. У Ноутейла 1300 голды до появления Аганима. Там Куроки, Куроки фармит энчитов, которых тут настакали для кого-то из Гумбы Гейминг, конечно же, для Герокоптера. И Куро говорит спасибо. И денежки забирает себе. А почему бы и нет? Добить дракона надо бы, 20 хп осталось. Куро, пошла драка. Он сначала пытался, думал, вот погрызу этого, нет, этого. Но... Скайросмага убивает, там Пак делает даблкил, Куро отсюда делает тп-аут. Пока мы наблюдали за погоней за Куро, 2 килла на нижней линии оформляет нас S4. Который как бы извиняется за свои стартовые неудачи в этом матче. На 5-6, практически уже исправился. Вышел в ноль почти. У Куроки уже на 5000 преимущества, то есть... Разгоняется просто лютым образом Куро, конечно. Ну и по графикам это должно отобразиться. Ну, конечно, 7500 нетворса, 7500 экспириенса. Именно из-за того, что Куро во всех этих драках не умирает и уходит, он не отдает вот эту гору просто экспы противнику. Да, да. Не теряет голд на смерти. Мидия, экшон, Пупей едва живой, ультует перед смертью, погаше, Пупей догорит здесь, конечно. Пытается убить суперновую и не ухватает буквально чуть-чуть. Размен 1-1. Если бы забрали здесь, конечно, Феникса, было бы очень хорошо. Но Симба будет гнаться. Симба, нет, блин, в кулдауне, поэтому дальше он не может гнаться. В любом случае, 1-1 тоже неплохо. Там где-то на 0,3 секунды слишком поздно дал S4 Silence. То ли он откатился только-только-только, то ли просто был занят чем-то другим. И Феникс успевает дать дайв и уходит оттуда сразу после новой. Неплохо. Да, но если бы Феникс здесь умер, было бы все очень печально для Гумбы. Но все-таки Феникс остался в живых. Куро с волками продолжает фармить. Есть Владмирс, есть Некро 3, есть ПТ. Дальше можно в какие-то более серьезные эндгейм артефакты выходить, скажем так. Там появляется Pipe of Insight. Тем временем у Феникса, у того самого лютого Феникса. Ну и появляется у нас Рошанчики. Второй Рошанчики ждет, когда его придут, убьют. Третий фамильяр у Ноутейла. Симба, ничего нового. Ну и куда? На Рошана. Что тут думать-то? Что тут думать? Трусить надо. Все просто. Ну что, чил. Может, конечно, мешать активно этим Фениксам. Но у него, кстати, кулдаун на ультимейт. Знает об этом также и секреты, конечно. Поэтому, если секрет прямо сейчас побегут, наверное, на Рошан, это будет правильно решить. Там Шиву будет... А, нет, на Кирасу, конечно, будет собирать Куроки. Какая Шива? А вот прикинь. Не, ну было бы не... Тоже нормально. Забежал, дал Шиву, все такие медленные, все круто. Маны так много у Ликантропа, очень нужно ему. Да-да, вот поменяются ролями, Тайдхантер соберет Кирасу, потому что захочется, а вот Ликан соберет Шиву. Именно так потому что могут, потому вот что это могут. Самое главное, да. Если ты не можешь собрать ни Кирасу, ни Шиву, это плохо. Когда ты можешь, ну, все нормально. Кстати, Ноутейл пока ультимейт не переюзал, то есть он не может его сделать, да, три фамильяра у него пока не летает, летает только два. Ну и этого пока хватает. Ноутейл на топе, S4, экзист за ним, и это минус S4 сейчас будет. S4 еще спрятался, и успеет ли блинкануться, я думаю, вряд ли. Успел. Успел. 20 да. хп. Учитывая, что на Эмбере был щит, то это вообще мгновенный блинк, да. Не получив дамаги от щита. Прожимать, прожимать, прожимать. Да-да-да. Кнопка, 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 все как положено. Ну что, Симба в смоук здесь вместе с Ноутейлом и Фупеем входят, вместе с фамильярчиками и будут пытаться в лесу кого-то найти. Они без пака, это плохо. Удержать на месте, кроме Реведжа, нечем. Находят они птичку Феникса. Птичка Феникс постарается без Реведжа убить, но не надо было тратить Реведжа, так бы убили. Там ультимейт на кулдауне. Ну, вот в итоге нет реведжа, нет ульта аппарата. Не совсем понял, почему не дайванулся оттуда Феникс. Был на кулдауне или... Ну, Сайленс-то вроде ни от кого не прилетал. Из стана не выпускали. Ну, может быть, да. Может быть, поэтому реведж все-таки здесь нужен был... нужно было дать, потому что если бы улетел на дайве, было бы не весело. Ну и Рошан. За счет того, что нет Феникса, знает, что вряд ли сюда Гумба пойдет. Забирает Рошана Сигрид. 26-я минута игры, 18-15 в их пользу. Все, все, и команды сюда подбежали. Понятное дело, что Эгис Куроки достанется. Ну и по деньгам уже более 10 тысяч не ведут. По экспириенсу приблизительно столько же. Много! Несмотря на то, что Гумба и хорошо дрались, и в пару моментов даже
я думаю, удивляли секретов, а также всех фанатов Доты, которые сейчас смотрят этот матч. Опыт, как бы, да, да. Здесь показывает свое. Ребята продолжают играть, и продолжают наращивать вот это преимущество. Ну, 15 тысяч нетворса у Куроки. Ну, что это такое? Там 8200 у Герокоптера, 8200 у Экзиста. Ну, и вот мы видим, что Тайт с Паком выходит уже на второе, третье место по нетворсу. 15 косарей Куру. Откуда? Так, что ему там летит? А, у него кираса уже готова. Готова. Пацаны. Вот это уже больно. Это... Волки, некрочи, фамильяры будут пробивать просто... Бешеный так спит. Экзист садится, получает сайленс. Ульт аппарат пролетел там мимо. Экзист в инвизии его здесь просто не видят. Гаша под медальоном прыгает. Симба минус Гаша. Быстро разменяли на пупе. Экзист пытается уйти. Летит в него соло Assumption, пробивает. И Пак будет гнаться до конца. Но тут мы видим, вряд ли получится догнать. Хотя почему? Ветра. Экзист. Тайт прыгает. Ревейджа нету. Гаш в Экзиста. Прилетел сюда Феникс. Сгорит у нас Пак, размен 2-2 в итоге. Ну и неплохо для Гумбы, 2-2. Лучше из этой ситуации они вытянули. Там, на самом деле, Эмбера ловили на сентрях. Он был в инвизии, но его, конечно же, видели. Но он ушел уже. И они пытались максимально вот это сгруппировать фамильяров. И он вот зашел перед этим станом как раз за рейндж сентрей. Из-за этого его не добили, и у него получилось уйти. Да, если бы там добили Эмбера, было бы, конечно, все хорошо. А так вот... А так разменяться успел. В такой ситуации 2-2, это очень хорошо для гумбов. Тем да. более, любой килл сейчас их команды, это все-таки... Много они проигрывают, добро. Соответственно, они отыгрывают за любой обмен. Ну что, снизу заставил Ноутейл уйти Герокоптера, не дал ему запрессовать Тауэр. Так, тут чилл, и за ним фамильяры. Раз, танчик. Второй. Не стал давать. Сейчас посетил птицу, уходит отсюда чилл. Да, фамильяры, конечно, бьют его очень больно. Сейчас будем смотреть на чудеса контроля от Биг Дэдди. 2400 голды, кстати, у него. Можно что-то купить полезное. Кстати, вопрос на таком. А когда Феникс находится в своей ульте, его ауры действуют? Вот, к примеру, соберет он Шиву, чтобы его медленнее били? Или вот... Подожди. Пока он в супернове, ну, должны действовать. Ну, хотя он пропадает даже с мини-карты. То есть... Ну вот, действительно, вопрос знатокам. Да, вот тут я не знаю. Ну, если у него будет Владмирс, он будет работать? Владмирс, Шива, что угодно. Да, в конце концов, Мека же у него уже есть. Да, вот где-то как-то надо будет обратить внимание на это. Так, в миде РМН получает ультимейт аппарата. Надо бежать отсюда. На самом ульте не написано. Бла-б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 ла. Нет. Ну, трансформация в солнце, а про ауры ничего не делается. Типа, можно еще альт нажать. Нет, альт подсказок никаких не дает. Ну, наверное, нет. Мне кажется, что ауры не должны работать. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Ну, потому что он же, типа, заканчивает свою жизнь, по сути. То есть, по сути, он же не герой в момент, когда он в солнце, когда он в яйце, то есть. Ну, или в солнце, называйте, как хотите. По привычке уже называем яйцом это. Ну, посмотрим. В следующей драке обязательно попытаюсь обратить на это внимание. Тавр тем временем падает. Опять-таки, секреты Тавра забирают очень легко. Ульт Паришина на хайграунд. Кому не попало. 4 уже был готов прыгать. Ну и что, это 3. Да, это 3, конечно, открытая база. Ой-ой-ой-ой! Какой дэмэдж! Надо глиф юзать. Глиф не юзают. Глиф так и не проюзали. Так, Феникс пролетел. С4, отличный мультикаст. Убили Куроки, убили С4, ну и тут что, Феникс? Феникс начинает просто сжать, ой-ой, хороший ультимейт. Сайленс и Симба отбегает, БКБ у РМН, надо уходить ему. Полетел конкассив шот, полетел он по Куроки, ну пока он до Куроки долетит. Куру уже будет что-то пойми где, и в итоге мы видим, что Т3 разменяли на Эгис и... А, еще Пупей сейчас тут, скорее всего, погибнет. Пошел Санрей. И чил очень выжигает сейчас Ноутейла, но тут Ноутейл без шанса. Минус 3, если считать Аегис. Драка очень нехорошая для секрета. Но не стоит забывать, что любые открытые бараки в игре против Ликантропа и Визажа, это огромный минус. Это ж. Ну вы поняли, да. 20-19, счет в пользу Secret, по-прежнему они ведут очень много денег, ну и уже чуть-чуть меньше. Ребят. А ты что, это же камбэк, это же серьезный сумбэк такой. Кумбэк.
Ну, Эромен снизу пытается с Огрмагом что-то придумать. Куроки. Полетел кулдаун. Куроки выходит. А, нет, ракета. Неплохо. Куро в форму успел войти. И Куроки уходит отсюда. Но ракета, кстати, до него-то долетит. Его надамажит еще довольно плотно. Ракету было бы неплохо убить. Ну, тут Паки... Умрет ракета. К сожалению, очень мало с руки еще дамага наносит гирокоптер. Практически его нету, этого дамага. Не, ну он там более-менее что-то там стучит, но у него действительно на дэмэдж-то артефактов толком нету. Родофатус появляется у Ноутейла тем временем на визаже. Пак ветра купил, 16 левел у него есть. Тут гумба подсобрались вот ближе к Т1 тавру. Может быть, постарается этот тавр попрессовать. Что у Эмбера? У Эмбера есть Кристаллис и на подходе Деидалус, я так понимаю. То есть дэмэдж уже он, в принципе, может вписывать. Если будет вести и хорошие криты будут пролетать, то за пару прыжков можно и людей поубивать. Ну и Т1 тавра не очень хотят забрать. Но тут вот Пупей. Говорит, пайп, не пайп, но ульт я засажу вам. Тавр забирает. Гриф вряд ли тут поможет как-либо секретам. И вот так вот падает вышка. Что секрет? Секрет будет ждать, наверное, Рошана нового, что нестись без Аегиса опять-таки не хочется. Куро, конечно, у Куро, конечно, крутой герой. Он, кстати, с БКБ, он еще круче. Возможно, действительно, потянут немножко время, заберут Рошана, дождутся рефрешера на Тайде, до которого, мы, видимо, уже осталось не настолько и даже много. У него полтора костря, чуть меньше даже осталось, то есть будет у него... Ух, кстати, рефрешеру Тайда это будет очень жестоко. Если бы еще Аганиму Апаришна, это было бы вообще шикарно, но Аганиму Апаришна пока не пахнет. Кстати, еще не помешал бы Аганиму Пака. Очень бы даже не помешал. Разнообразные эмберы там и так далее, гирокоптер с БКБ, для него это было бы проблема серьезная. Что если бы стоять, придется стоять вот в этом вот ульте, сколько там, секунд 8, или сколько он там действует с Аганиму, я уже даже забыл. 8, да, 8 секунд. Выйдешь, застанешься на 4 с копейками. Ну, не очень весело, скажем так. Ну и по-прежнему счет 20-10. Несмотря на огромное количество фрагов, гумба проигрывает по деньгам и по XP. Проигрывает очень серьезно. Опять-таки, Куро и его команда, мы видим, только один Т2 Тауэр целым оставили. Ну да, сейчас просто игра дошла до того момента, где тавра, как мы видели на примере Т3 по миду, у команды Гумба отпадают за считанные секунды, их дефить очень тяжело. То же самое будет с бараками. Фактически любая попытка дефа — это уже драка в 5 на 5. А учитывая, что секреты не идут без Аегиса пушить, то это заведомо проигрышная драка в 5 на 5. По крайней мере, с хэндикапом. Тоже верно. Ну вот появляется у нас Деидалус, Гем прикупил себе Ноутейл, минута 30. 8 секунд до появления Рошана. Ну, секреты дождались. Это будет третий Рошан. Сыр Аегис. Опять-таки, его можно очень хорошо реализовать. Сыра дать какому-то паку, чтобы он больше пользы внес. Ну, или Тайду, не знаю, это уже... Как себе они сами решат. Угармаг, тем временем, пытается тоже вынести здесь Аганим. А у Скорос Мага ничего нету. У Феникса появляется Мистик Став. Феникс плотный, довольно, пайп мека, мистик став, 17 левел, то есть Феникс отыгрывает очень хорошую игру. Проигрывает он, конечно, по нетворсу РМНу и Экзисту, но это не столь важно. РМН тем временем собрался, купился Иглсон, собирает, наверное, баттерфляй. Ну, если бы Феникс еще выигрывал по нетворсу у Эмбера и Гирокоптера, это был бы не ему огромный плюс, а ребятам, которые на Эмбере и на Гирокоптере огромный минус. Тут я согласен. Ну, чил мы видим, леса фармит, и вот он в двойной ревейдж появляется у Тайда. Спасибо Блейзу, который нам подсказывает, что Тайд Хантер has refresher orb. Ну что, группируется наверх. Единственный недобитый Т2, вот как раз рисует на карте еще, что вот точно идем наверх. Но Тейл, если не ошибаюсь, на карте нарисовал вот эту линию пуша. Открытый последний Т2 у команды Гумба. Соответственно, возможность забрать сразу два тавера. Это Т2 и Т3, если с наскока, с некрочами, со всеми волками и прочим, и прочим. А тут атака в миде. Пак спалил всех. Тайд прыгает сразу быстро в Чила. Чила сбривает моментально. РМН не успевает ничего сделать. Минус 3. В секунде просто. Ну, да. И, кстати, без байбеков, ребята, это, скорее всего... Silence, Exist, стан от одного фамильяра, от второго приморозили, Exist. Пытается уйти, нет, он тут погибает. Все равно это минус 5. Ну вот и все. Да, байбек просто есть браво. Только у Эндера. Ты понимаешь, ты знаешь, что всю эту драку делал Куроки?
А, пушил? Бил ты два танка. Да, его там он вообще не участвовал. Отлично. Не, я могу именно... подожди. Что прожал Куроки в драке? Смотрите. Нифига. Чё, даже хаул не дал. Он даже хаул не дал в драке. Ло. Вот это полезный игрок. 22 тысячи нетворса, даже хауль в драке. Это две стороны как минимум. А это Т4. Да, это Т4. Они не будут давать возможности здесь Гумби отыграться. Нету глифа. Делает байбек Эмбер. Он ничего здесь не сделает в соло. Это понятно. Вот он, хотя прыгает довольно больно. Пупея связал. Ну и ты смотри, тут еще и так активно отбивается. Гумба прыгнул Эмбер. Забирает пака. И... Кританул, но... по-моему, погибнет Эмбер. Да, погибнет. Кританул, конечно, он по паку. Пак, наверное, самый мягкий сейчас после Ancient Apparition герой команды Секретов, но все равно. Ну вот он, Куроки. Пошел дэмэдж от Куроки. Ну, Куроки убил одного. Сам отсюда уйдет. В любом случае, Секреты снесли сторону, снесли 2 Т4 Тауэра. И тут есть птички, которые могут тут всю игру находиться и просто бить трон. Они сейчас, возможно, эти птицы на нычку попробуют вот этот барак добить, который здесь под крипами стоит. Или трон. Ой-ой-ой, вот ну тут понятно. Смотрите на этот дэмэдж барак. И что-то еще мансует от Огрмага. Ну да, как бы птицы летают, а Огрмагу приходится вокруг обходить, я слышал. Нормально, нормально. Ну вот уводит отсюда спокойно. Все-таки драка на миде была проведена секретами замечательно. Казалось бы, их спалили Гумба, но вижен был у секретов, поэтому Тайт просто пришел и Макс рейнджом Реведжа достал троих. Да, шикарный получился там дабл Реведж, конечно, который просто развалил Чила сразу. Остальных тоже. Тут Войт Рей, тут Чил. Вы смотрите просто этих... А зачем, если он их не бьет? Я не знаю. Вижен дает. Может, он не знает, что он их не бьет. Мы видим, кстати, вот это вот гонялось трое игроков. Это Scarf Mage, Феникс и Огрмаг за этими птицами. Они их просто не могут снести. Им не хватает рейд-клика. Да. Без Гирокоптера или, к примеру, Эмбера они им ничего не могут сделать. Ну и вот эти птицы, кстати, сейчас могут отсюда даже поулетать. Или одна, их можно, одна, скорее всего, не уйдет. Ладно, одну. Рошана тем временем забрали ребята из Secret Team. Ну и, наверное, тут дело времени, когда они пойдут заканчивать. Ну что там, Ликантроп уже себе приобрел Abyssal Blade. Гирокоптер покупает Изреал. Ну, типа решение, ну, такое себе, да, типа спастись от Ликантропа можно. Мне кажется, это даже вариант просто, давайте мы возьмем Этериал, у тебя будет немножко дамаги и сейв, а мы попробуем, может, вкастоваться кого-то и убить. Потому что все-таки бафается дамага Фериала и от петуха. Ну да, да, да. То есть, не хочу называть этого героя петухом. Ну потому что он петух, ну блин, если он петух, то как его называть? Он петух, если он против тебя, если в твоей команде это ястреб. Да, ястреб сбит. Не забывай об этом. Гордый ястреб. Так вот, вот именно надежда... Тайдхантер! Привет, РМН. Ну и нет надежды. Да, нет надежды, потому что именно этот новый артефакт только что отправился назад в таверну. И второй ревеч по троим. Ну просто Симба, конечно, царюга вообще. Вот просто царь. Гаша в таверну, Эды в таверну. Прыгает здесь Эмбер. Пытается выжить через супернову у нас Чин. И второй раз выживает. Сбивает Аегис. Кстати, убили Ноутейла, убили Пупея. А где Ликантроп? Где Ликантроп вообще? А что он там, не видел? Вот в этой драке, там героев, Кура такой, там героев много, ребят, вообще, у меня там здание недобитое, голда стоит как бы. Ну и вот просто трон пока волки хавает, тут же и Симба, в дефенсе один Эмбер, сделать он ничего не может. ГГВП. Реально, good game well played. Но та самая драка, когда Куроки пушил Т2 Tower, просто блеск. Нет, ну, драка вывезена полностью за счет двух реведжей. Никто из команды, кто попал под эти реведжи, не пережил их. Да, три игрока умерло именно за эти два стана подряд. Симба красавчик, Гумба не... Гумба неплохо дрались, но не пошло до конца, скажем так. Гирокоптер 3-7, Скоросмак 3-7, Феникс 9-7. Феникса вот мы отметим. Феникс хорошо отыграл. Много неприятностей он приносил секретам, ну, немножечко. На самом деле, на статую Феникса можно даже не смотреть. Просто Феникс полностью вывел им вот эти вот игру с 10-й, там, по 15-ю минуту, когда они начали немножко переворачивать и получать хоть какое-то преимущество. Ну, не в плане цифр обязательно, но в плане того, чтобы отодвинуть героев побольше, подальше к их базе, получить какие-то киллы. Да, ну, в любом случае, Гумба проигрывает эту игру, Секреты 3-1, Секреты неплохо себя чувствуют. Ну что, мы с вами уходим сейчас на паузу, я так понимаю, на последнюю паузу сегодняшнего дня.
И нас ждет последний матч между MyInsanity и Secret Team. Он начнется в 21:15 сет, то есть через 15 минут. Не уходите. Приближается начало нового сезона SLTV AM Series. В традиционной лиге примут участие свыше 1000 команд, а дивизион Junior позволит продолжить борьбу за первенство всем участникам, которым не повезло в начальных стадиях. Принимай участие и ты. Регистрация на турнир открыта до 17 ноября и доступна всем желающим. Подробности на сайте dota2.com.